Талантливый человек талантлив во всем. Проверим эту присказку на коллективе телерадиоцентра «Телемикс». К примеру, получится ли у нас спеть песенку накануне Нового года? Конечно, для начала нужно настроить инструмент. Ну и, конечно же, разогреть связочки и порепетировать. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре. 5 минут, 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. Бой часов раздастся вскоре, помиритесь те, кто в ссоре. 12 без 5. Это вот так было. Опять не в попад спели. Там надо было ускоряться. Чужина. После разминки можно и на сцену, так сказать. Строго не судите, попадали не везде, зато с душой. Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту. Эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре. 5 минут, 5 минут, помиритесь те, кто в ссоре. 5 минут, 5 минут, разобраться, если строго. Даже эти 5 минут можно сделать очень много. 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся вскоре. Помиритесь те, кто в ссоре. На часах у нас 12 без 5. Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом, скоро скажет с Новым годом. На часах 12 без 5. Новый год он не ждет, он у самого порога. 5 минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая надо. 5 минут, 5 минут. Эх, наш бы коллектив да в объектив, но нам нельзя, а то ведь скажешь, что сами себя подсуживаем. Ну ничего, хоть так оторвались.